давайте рассмотрим вступление. Я покажу, как играть без каподастра, просто начиная с аккорда АЕМ. Если вы хотите сыграть в оригинальной тональности, необходимо зажать каподастр на втором ладу. Давайте рассмотрим простой вариант, а потом уже покажу посложнее вариант. Под каждым вариантом будут табулатуры. Значит, вступление играется таким образом. Зажимается аккорд АМ с 5 баса, с 5 до 2 струны мы играем перебор. Значит, 5, 4, 3, 2. Второй аккорд у нас аккорд Г или G. С 6 баса играем перебор, также 6, 4, 3, 2. После этого мы зажимаем аккорд С, играем с 5 баса до 2 перебор. 5, 4, 3, 2. И последний аккорд у нас аккорд F в барре. С 6 баса мы играем до 2 струны. Дальше мы повторяем все то же самое. И вот последний аккорд здесь будет уже аккорд Е. С 6 баса мы играем перебор до 2 струны. Дальше пошла тема. Зажимаем аккорд АМ, дергаем 5 струну. Затем 1 и 2. Получается вот так вот. Это мы сыграли. Дальше мы дергаем 2. Потом ставим аккорд Г, мизинец идет на 2 струне на 3 ладу. И играем здесь вот такой ритм. То есть мы дергаем 6-ю, 2-ю, 2-ю, потом 1-й лад, 2-я струна, открытая 2 раза, 2-я, то есть не зажатая. Потом идет 1-я открытая и ставим аккорд С, но не полный. То есть мы, ну то есть не до конца его ставим. Играем 1-ю струну, затем 5-й бас, 4-я, 3-я. Дальше дергаем 2 раза 3-ю открытую. Вот мы ее сыграли. И играем на, значит, смотрите, на 3-м ладу зажимается 4-й бас. И на 3-м ладу зажимается 1-я струна. Мы дергаем 4-ю и 1-ю одновременно. И играем таким образом. То есть 4-я и 1-я. Дальше 1-я. И 1-я зажатая на 1-м ладу. Потом 2 раза... Ой, простите, 1 раз открытая струна. Возврат идет на 1-й лад. Мы зажали 1-й лад. Первая струна, сыграли, и потом играем открытую. И опять аккорд АМ идет у нас. 5-я, 4-я, 3-я. И вот здесь нужно сыграть, смотрите, у нас аккорд АМ стоит, мы играем 2-ю 3 раза. Затем ставим опять же аккорд G с мизинцем на 2-м ладу, и играем вот 6-я, 2-я вместе. 2-я опять дергается еще раз, то есть она дергается 3 раза. Потом указательный палец мы ставим на 1-й лад. 1-й лад, 2-я струна. 2 раза открытая 2-я. 1-й лад, 2-я струна. И аккорд С ставится. 5-й бас, 4-я, 3-я. Потом опять 2 раза 3-я дергается. Зажимается 1-й лад, 3-я струна с 6-м басом. Потом 4 раза дергаем 3-ю струну. И вот сюда приходим. 2-й лад, 3-я струна, играем эту ноту. И 5-й открытый бас. Я сейчас сыграю в медленном темпе. Внизу будут табулатуры, я думаю, вам будет понятно. Теперь я сыграю сложную версию, также внизу будут табулатуры.